Всем добрый день и приятного аппетита. У меня мукбанг, такой королевский мукбанг. Тут у меня жареный лосось, пару кусочков, ароматный. Кстати, по поводу лосося, не очень его люблю, он для меня, как для меня, он сильно жирный. Но иногда можно, иногда можно. И, конечно же, жареная картошечка с салатиком. Всем приятнейшего аппетита. И, конечно, хлеб. Без хлеба я вообще, рыбу я вообще не представляю, как можно есть без хлеба. Я вообще не представляю. Начнем с салата. Так, пущу сюда. Салат в любом случае вкусный, в любом. Так, рыбку. Жирная-жирная. Вчера попели, потанцевали. Надо и немного подкрепиться. Опять в комментариях столько зависти, столько желчи. Просто смешно становится. Какие все-таки люди завистливые? Это ужас. Кстати, по поводу лосося. Лосось в Германии только в интермаркете можно хороший купить, свежий. В немецких магазинах я лично бы не рискнула, честно говорю. Он на витрине лежит. Видно, что уже подгулявший. В интермаркете более-менее слетят и свежая продукция. Так, немножко подержу маслице хлебушкой. Я покупала как-то тоже лосось в этом Кауфланде. Мне он вообще не понравился. Но чувствовалось, что не свежее. А тут вкусненький. Косточки вот эти. Я красную рыбу, в принципе, люблю, но часто ее есть не могу. Она для меня очень жирная. Я вот это не понимаю. Напишите, есть ли среди моих зрителей, кто рыбу ест без хлеба. Я тоже этого не понимаю, как можно рыбу есть без хлеба. Не понимаю. Я, в принципе, все ем с хлебом. С хлебом, во-первых, питательно, во-первых, вкуснее. А без хлеба что за еда? Не понимаю. Салат.
косточки. Я люблю вот эти стейки рыбные запекать в духовке с сыром. Но все равно жира много. Это вот так повесила и обжарила. Картошка самый вкусный гарнир ко всему, ко всему. Шкуру есть не буду. Под вчерашним видео опять строчили, что типа не может быть, что я к стоматологу за свой счет хожу. И чистка ко мне может быть по страховке, я не знаю точно. Но я если иду к стоматологу, я не делаю чистку ко мне, я делаю полностью... полную очистку зубов и отпиливание. Вкусно. Напишите в комментариях, какую вы рыбку любите. Какая ваша любимая. У меня, наверное, любимая самая рыба – это селедка. Селедочку, картошечку. Я люблю простую, вкусную домашнюю еду.
Прелесть. Шпору есть не буду. Сейчас мы большую ротацию сделаем. Вот вам сейчас покажу эти помидоры, что я беру. Красный. Семечки, зеленых семечек нету. Хороший помидор. Вы столько херни пишете, это ужас. Вот просто мне интересно, вот на салат, какой помидор вы берете? Сегодня опять такая жара, но вроде вечером будет дождик. В этом году вообще погода скачет. То жарко, то резко холодно, потом опять резко жарко. Это ужас. Аппетит все равно хороший. Ну, зимой, конечно, но больше хочется кушать, чем летом, но тем не менее. Все доела почти. Сейчас салатик доем.
Всем спасибо, кто досмотрел видео до конца. Кто поставил лайк. Всем огромное спасибо. Еще раз приятного аппетита. Всем пока-пока.